Ну что ж, всем привет, с вами я, Забоевитр, мы сейчас играем Far Cry 2. Начнем, наверное, проходить Far Cry 2, потому что я его не помню, а хочется чего-то вот такого, типа Far Cry 2. Первую часть же прошел, нужно и вторую, потом и третью, наверное, но не знаю, подряд, не подряд, но вторую что-то прямо аж захотелось сыграть. Хотя, да, говорят, что она не очень. Кого выбрать, блин? Вот это больше на какого-то такого человека сомнительного похож. Рост 1,83 м, вес 77. Хаким Эчебей, Эчеби, Алжир, Гаити. Это сильно вообще от сюжета зависит, я что-то не понимаю. Бывшая презрен. Призрен. Бывшая Югославия. Талса, Оклахома. Сан-Паулу, Бразилия. Окей, Будапешт, Венгрия. Алжир, Константин. Северная Ирландия. Урумчи, Синьцзян. Давайте выберем, наверное, вот этого чувака. Он какой-то такой капрал обороны Израиля в отставке, контрабандист, корпус морской пехоты США. Не знаю, мне вот этого хочется что-то взять. Он какой-то, какие-то глаза у него добрые. Что-то такое, типа. Ой, блин, атмосферка прям. Я просто во второй Far Cry больше всего, наверное, играл. И на карте тоже. Лады, точнее, поехали. Эй, сэр, извините за задержку. Точнее, этот. Там же есть редактор карт. Вот на редакторе карт тоже много сидел, конечно. Всякое такое делал. Окей, ладно, улучшения здесь еще, конечно, такие будут. Я так понял. Значит, ладно, отель поехали. Пала. Да, я знаю, где это. Вам повезло, что в Пала остался всего один отель. Идите самолет. В ближайшее время других не будет. На это выбрались богачи. Теперь вас отсюда могут вытащить только деньги и связь. Соблюдает правила. Эмани подали обилился по линии. Я говорил, что самолет улетел, но они мне не поверили. Думают, что большие самолеты еще вернутся. Кто тут еще скажет? Так, давайте проверю по звуку. Здесь еще так экран, короче, странненько перекидывается. Вот таким образом. Ну, вроде бы нужен немножко понизить. Моего брата была отличная бунгало и хлеб со скотом. Он был почти богачом, а в пожаре потерял все. Теперь он уехал из страны. Но он еще вернется. Снова Радио Свободы несет правду всем, кто ее ищет. А правда в том, что вы нужны своей стране. Берегитесь заразы СНС.
Да, зараза мучает нашу прекрасную страну, и имя ей СНС. Подобно любой... Диджей мне нравится. Может, он музыку хорошую ставит, кто знает. Можно здесь уже порать. Куда собрались? Я с пассажиром. Везу вас в городской отель. Вы из аэропорта? Подожди, я, по-моему, широкоформатный включил, но этого не нужно было делать. Так, а где он широкоформатный? Вот так вот. Окей. Ага. Походу, да. Походу, я пере... Да, а, сэр, из аэропорта. Так должен быть. Джентльмены, вы же тут стоите весь день. На обратном пути я привезу вам холодного пива. Вы пьете пиво? Пиво? Да, мы его пьем. Давай живей, проезжай. Да, сэр, спасибо вам. До скорой встречи, сэр. Эти ополченцы приходят в нашу страну, крадут все. Ничего нам не оставляют. Тут много солдат. Это хорошо. Они обычно сами собой заняты. Пусть это вас не беспокоит. Парни выпускают пар. Вы же понимаете, каково это. Все нормально. Да, я проверю. Извиняюсь за это, но там тоже как бы не проверишь сразу все. Вроде бы норм, да? Вроде бы да. Вы в порядке? Выглядите плохо. Устали, наверное. Отсутствие объекта в стране является дестабилизирующим фактором. На нем всецело лежит ответственность за ввоз оружия в страну, что является нарушением совместно подписанного соглашения. Его репутация опасного торговца оружием полностью оправдана. Объект должен быть ликвидирован. Все пошло не по их плану. Я все еще дышу, а вот у тебя малярия. Ведь их ни хрена не устроит. Что старался? Ты уволен, и ты знаешь об этом. У тебя был шанс, но ты его упустил. А поскольку люди вроде тебя работают только за деньги, ты мне больше не страшен. Нужно тебе найти другую работу. Твои старые клиенты не понимают, что меня невозможно убить. А ты понимаешь, никто меня не убьет. Никто.
Я решаю, кому жить, а кому умирать. Я. Знаешь, когда-то я давно прочел одну книгу. До сих пор вспоминаю. Она помогает мне понять жизнь. В книге говорилось про людей, что движет ими. Каждый живущий прежде всего ищет приложение своей силы. Жизнь есть воля к власти. Другое значение не имеет. Вот так. Так, там какая-то потасовка началась, да? Ёпта. Бери пистолетичек, сейчас пойдем воевать, так сказать. Окей, передвижение вроде адекватно все. Давай я немножко музыку все же еще прикручу немножко. Точнее, не музыку, музыка это и есть у нас. Блин, так само, как в пятом Far Cry, твою мать. Тоже нету отдельных вот этих общий звук, общая громкость и все. Ладно. Поехали тогда. Потом мне совершенно строю. Блин, на N присесть. Точнее. А он так меняется, нет? Раскладка. Походу нет. И какая у меня? Блин. Так, окей. Раскладку поменял. А куда мне? Как мне выбраться? Ага. Йоу. В игру нужно перезаходить, чтобы увидеть нормальный, короче. Так, нам сюда куда-то, да? Блин, я уже вообще все подзабыл. Против кого? В кого мне стрелять? Перестрелять еще. Пинкуля пик. Погнали, Джак. Да нет. Не нужно было всех перестреливать. Ну да ладно. Немножко постреляли. Со звуком, конечно, это какие-то темы не очень. Эффекты бы потише сделать как-то. Неважно выглядишь. Плохи дела.
Меня зовут Карбонель. Неважно, как зовут тебя. Просто сейчас ты создаешь проблемы. Ты на кого работаешь? Ты в гостинице завалил нескольких моих ребят. Ты в курсе? Итак, теперь ты работаешь на меня. У меня есть для тебя несколько поручений, малыш. Сначала подготовься, подбери снаряжение, боеприпасы и аптечку. Окей. Так, сохранение есть. Давай снарягу, что ты, блин? Так, мачете, это один, понятно. Ага, дополнительное оружие, специальное. Прочее уникальное, нифига себе. Так, все есть. Что дальше? Что на меня смотришь? Дядя, а у тебя что? А, аптеку нужно взять. Да, я понял, на аж лечиться. Значит так, у нас тут по-настоящему серьезная ситуация. Должно было быть объявлено перемирие, но все покатилось в жопу. Я работаю на парня по имени Гакумба, местный босс Объединенного фронта. Все мои лучшие ребята сейчас сражаются против бойцов СНС, чтобы не дать тем захватить территорию. Значит, для прочих заданий у меня есть только ты. Первое, нужно починить эту чертову коломагу. Ты выглядишь не дураком, так что посмотри, удастся ли тебе запустить движок. Постарайся не перепутать машину и дверь. Ты, похоже, вот-вот свалишься. Охрана. Так, окей. Где машина? Вон ту машину нужно починить, да? Нажмите Escape для просмотра текущего задания. Открыть капот и починить машину. Пятюриком карту открывать. Хорошо, сейчас подожди. Так, починили. Окей. Прикольная, кстати, карта. Нажмите U. Масштаб карты. Я не знаю, что это значит. Какая это? Блин, что это за клавиши? А, вот это. На R, да? Понял. Так, двигаться вперед, вы можете перейти на бег, нажав левый shift. Ну, это понятное дело. Мобилочка такая. Теперь ты на колесах. Попробуем устроить маленький налет. У СНС неподалеку отсюда есть аванпост. Если с его обитателями что-то случится, никто и не заметит. Так что давай, вперед. Так, ладненько, пошли налетик маленький устроим. Пятерочка карта. Давай еще больше. Ага. А, у меня есть там. Хорошо, очень отлично. Да я понял, все, поехали. Блин, прям как третий Far Cry, слушай. Все со второго взяли и в третий кинули. Просто чувствуется вот это. Вот этот колорит с третьей части. Особенно по машинам. Просто сделали получше и все. А так, в принципе, очень сильно ощущается, что это вторая часть. Так, нам сюда. Ладно.
что ты зачистил аванпост. Неплохо справился. Так, у меня для тебя есть другая работенка, но я вовсе не хочу, чтобы ты свалился от истощения. Отдохни, пополни запасы и подготовься к выходу через несколько часов. В этом здании безопасно. Ой, аванпосты, походу, во всех частях есть, да? Начиная с первого. Ну ладно. Так, это нам отдохнуть. А здесь что? А, нужно купить ящики для дополнительного оружия. Для основного. Окей. Нам еще не открыто, чтобы можно было покупать. Давай поспим. Несколько часов. Ложись спать в постели. Можно назначить время суток, в которое вы хотите проснуться. Выбирайте время с помощью А. Ага, потом подтвердить. Угу. А сколько нам часов нужно поспать? Давай до 6, что ли. Все или нет? Может, выйти нужно, да? Итак, я хочу, чтобы ты разыскал базу СНС на юге отсюда, на старых лесозаготовках. Мне нужно знать, что у них там припасено. Первую точку наблюдения я отметил на карте. Ну, вперед. Не знаю, прикольно вроде бы. Или просто я тогда так прикипел ко второй части. Не знаю, мне как-то она понравилась вроде бы. Как-то она игралась интересно тогда. Так, это база, да? Стоит поискать незаметную тропинку вместо того, чтобы ломиться в лагерь напрямик. Чтобы получить преимущество над врагом, можно предварительно изучить лагерь. Это может спасти вам жизнь. Я тоже так думаю, Денис. Лагерь, наверное, там... Там много, наверное, врагов. Так, взяв карту, вы можете использовать монокуляр. Для этого нажмите и удержите клавишу КМ. Окей. Бля, он прям очень резкий. Вы можете обнаружить снайперов, стационарные орудия, транспортные медпункты и склады оружия. Хорошо. Оля, я уже все знаю, неплохо. Видишь кирпичное здание? СНС-овцы там держат заложника. Иностранца вроде тебя. Нужно пойти и вытащить его. Разведай все заранее. Ну я пока двух-трех, ага, трех вижу. Хорошо, ладно, давайте двигаться. А есть какое-то быстрое убийство здесь? Я не помню, честно.
соберем ребят, да забьем. Ну да. Как насчет бара у Майка? Прости, друг, не выйдет. Там только для нейтральных. Это одно из условий перемирия. Да, как гранату кидать? Хотел грену кинуть, пока они там все вместе. Так, оружие, мачете, приду сейчас на специальное действие. Ой, не-не-не-не-не. Ты чё? КМ прицел. Ну, конечно. Взаимодействие. Да. Так, движения разные. Метание. Что это за метание, блин? Окей. Какое подкрепление, а? Будет какое-то подкрепление? Потому что я не понимаю, он вызвал подкрепление или нет. Слушай, это было неплохо. Вроде ничего не будет, ладно, пошли. Что за херня стрясла? Кто ты? Это все твоих рук дело? Где все охранники? Очень запущенный случай малярии. Нужно разделиться. Потом найди меня в баре Майка. Я знаю парня, который может достать лекарства. Договорились? Окей. Репутейшн улучшена. Да, и здесь репутация тоже. Я так и не понял, вроде подкрепление вызывал, но что-то никто не приехал. Эй, Мэбиен, ты справился лучше, чем я ожидал. Знаешь, я был неправ насчет тебя. Те, кто хорошо работают на меня, должны получать хорошие деньги. Приходи к пристани, я тебе заплачу. Хорошо, уже еду. А, подкатик есть, на С тоже, и в С. Прикольно, прикольно. Так, едем. О, до пристани там далеко, все же. Я думаю, нормально. Нормально, доедем. Если ничего не случится, конечно. Но вроде пока легко. Довольно, я думал, сложнее, типа, будет. Ну, это, скорее всего, дальше будет сложнее, пока ты все откроешь, пока там, типа. Это еще маленький, типа, первое задание. Да? Ничего такого сложного нету. Там, где будет, блин, по 10, по 20 чудиков разных, то там, да, там будет, конечно, непросто. Отлично. Значит, как все устроено. Единственная валюта, которая чего-то стоит, это неграненные алмазы. Не принимай бумажные деньги ни от кого. Я бы ими даже задницу не стал подтирать. Если работаешь на фот, получаешь камушки.
Один из моих ребят, не самый крутой, скажем, получил вчера кей с алмазами. Оставил его где-то в лагере, отправился в город и словил там пулю. Возможно, тебя. Короче, можешь разыскать эти камни и оставить себе. В кейсе есть маячок, так что ты без проблем найдешь его по компасу. Я бы на твоем месте сначала достал лекарства. Рассказывать с малярией не лучшая идея. Попробуй спросить Барри Майка. Там пьют иностранные наемники. Когда поправишься, найди офис фронта в городе. Я сведу тебя с Гакумба. Эй, он выходит. До свидания. Окей, до свидания. Дай мне... А, я уже взял аптечки. В принципе, у меня всего достаточно. Так, иногда открыв карту, вы увидите мигающий зеленый огонек. Хорошо. Ага. Это типа кейс с алмазами. Понял. Где-то здесь, что ли? Не, подожди. Да, где-то вот здесь. Вот он. Здорово. Один из 221. Охренеть. Так, ладно, поехали. Поехали. Куда мы едем? О, далеко, в принципе. Давай, наверное, объедем. Да, вот сюда, наверное. А вроде бы дороги как бы нету. Но вроде как там можно проехать. А, там лампер, подожди, лесопилка, да, получается? Ладно, давай через город туда. Так, здесь оружие, кстати, недоступно. В городе вроде бы нельзя стрелять. Там сразу оружие прячется. Блин, там и застрять можно. Так, и где здесь бар? Ага, вот это, да? Так, это здание, оружейный магазин. Это здание. Оружейный магазин. Если торговец оружием на месте, он предложит вам задание, выполнение которое может заказать через компьютер новое оружие и снаряжение. Сейчас торговца нет на месте, зайдите позже. Классно, спасибо. РПГшечки разные такое. Да зачем, у меня же она есть. Мне бы что-то интересное. Пособие улучшения точности снаряга. Кася здесь всего, блин. Как-то тогда меньше казалось будто. Ну, либо просто не обращали на это внимания. Тогда, как сейчас, допустим. 1% выполнено. Так, а где бар? Типа вот это должен быть бар. Ой.
Что-то я ничего не понял. Вот это, наверное, бар, да? Оказывается, вот здесь, блин. Может, просто мне нужно было немножко в другое время заехать. И все. Чтобы был торговец на месте. Ладно, значит, я рано, походу, заехал. Но все равно все далеко, блин. Ладно, давай я здесь сохранюсь, мы на этом закончим. Наверное, нужно немножко позже приехать. Все уже. Ну что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, The Boy Vitor. Всем пока-пока.